Это Гоша. Он не любит утро и незнакомые номера. Обожает удаленку и помешан на чистом воздухе. А это Соня. Мечтает стать гонщицей. Родители не против и поддерживают любые увлечения дочери. Лёша и Катя не любят сидеть на месте и часто переезжают. Это мой четвертый переезд с ними. Лидия Сергеевна хоть и выглядит консервативно, но, поверьте, мыслит она прогрессивно. Они все очень разные, думают о будущем, но начинают с себя, ничего не боятся, даже чужого мнения. А я просто всегда рядом. Они заняты своей жизнью, а я их дома. Айбота. Живите жизнь, а уборкой займусь я.